Есть ли какой-нибудь метод такой, который поможет вам объединить этого человека с собой? Да, эти методы есть. Я их описал в своем семинаре, который называется «Эзотерические методы очарования партнера». Возьмите, купите семинар мой. Этот семинар называется «Эзотерические методы очарования партнера». Или купите семинар, называется «Быстрое замужество, часть вторая». Вот я обещаю, что те люди, которые будут использовать мои методы из «Быстрого замужества, часть вторая», 100% в течение 1 года повыходят замуж и женятся. Прям 100% гарантию даю. Если вы делаете, этого не происходит, пишите мне, возвращаю деньги. Можно ли как-то влиять на человека? Можно. Представляете этого человека и говорите, куда ни посмотришь, везде Иванку увидишь. Какую еду не будешь есть, все, что в рот не попадет, везде Иванку увидишь. Деньги с тобой рассчитываться будет, Иванку. Будешь идти сюда, Иванку. Это называется привязки. Ну, для этого надо большое количество психической энергии. И это уже называется техниками приворота.